Сразиться в самом быстром ракеточном виде спорта в Омск приехали лучшие бадминтонисты России. Всероссийский турнир по бадминтону на призы мастера спорта международного класса Андрея Антропова состоялся в рамках юношеской серии Гран-при сезона 2014-2015 года. Эти соревнования проходили в Омске в 9-й раз. И впервые местом для состязаний стало современное здание омского велотрека, которое позволило принять наибольшее количество гостей и участников соревнований по бадминтону. На сегодняшний день 16 регионов, около 200 спортсменов приехало. Причем, я скажу так интересно, некоторые города, Санкт-Петербург, например, я знаю, да, они приехали, потому что посмотреть на наш велотрек, на наш зал, который для нас построили. Поэтому, география растет, надеемся, что будет расширяться, потому что условия соревнований стали лучше. С некоторых пор Омский регион стал неким средним пунктом развития бадминтона в стране. То есть мы соединили Приморский край и европейскую часть страны тем, что здесь находят возможности приезжать все регионы России, где очень высоко развит бадминтон. Современное высококачественное покрытие и 10 бадминтонных кортов оценили и сами спортсмены, постоянные участники турнира. Мне кажется, да, это большой, красивый зал. Думаю, в нем комфортно играть, мне очень нравится. Как и ожидали организаторы соревнований, новые условия повлияли на ход состязаний. И выявить лучших из лучших удалось не за 4 дня, как раньше, а всего за 3. Победителей и призеров среди девушек и юношей определяли в 3 возрастных категориях – 13, 15 и 17 лет, а также в нескольких разрядах – одиночном, парном и в миксе. Показать себя на высоте сумели хозяева турнира. Победительница прошлого года, омичка Юлия Васильева, стала первой в парном разряде, второй в миксе и третьей в одиночном. Играли одиночную категорию, 2 игры, выиграла их, удачно прошла. Также среди омичей блеснули победители и призеры всероссийских соревнований Евгений Кошман, Егор Краснов, Дмитрий Ляуфер и Сергей Савин. Не успели победители турнира насладиться своими успехами в Омске, уже на следующий день отправились за новыми. Следующий этап всероссийского турнира по бадминтону юношеской серии Гран-при пройдет в Перми.